10 мая 2018 год, Харьков 402 по Киеву. Это у нас Юпитер, который нынче ближе всего к Земле. Ближе всего в году имеется в виду. Юпитер, вижу Ио, вижу Европу и Ганимед, спутник. А вон и гораздо левее и чуть выше Каллиста, да? 658 миллионов километров. Вот это у нас ближайшее расстояние за год до Юпитера. Сейчас будем ловить. Подождем, пока естественным путем там доберется в кадр. Ветерок, конечно, мешает, но ветерок хотя бы разогнал тучи. Ближайшее расстояние было несколько часов назад, но облачность не позволила снять. Так, видно, да? То есть справа налево Ганимед. Европа практически касается Юпитера. Спутник Ио. И сейчас слева в кадр должен. Должна. Каллиста. Виднеться. Мне уже на экранчике плохо видно. Ну, видно, да, что это мелькает. 658 миллионов километров. Юпитер как раз в оппозиции противостояния к Солнцу. Полностью освещен, на одной линии находится Солнце, Земля, Юпитер. Ну, в общем, еще раз, 10 мая 2018 год, 406 по Киеву. Харьков, 50-я параллель северной широты.